Возможно, не столь масштабно, как в Купеленке, акция прошла в Расторгуевской части Видного. Наш мобильный репортер прислал нам следующее видео. На Петровском проезде высаживали в этот день липы, яблони и кустарники. На центральной площадке, где каждый вечер собираются десятки местных жителей, решили провести озеленение. Тем более, что свободного места для деревьев здесь достаточно. За дело взялись как взрослые, так и дети. Последним особенно понравилось сажать молодые деревца, хотя работа была не из легких. Вот, молодец, все отлично, все. Только кустарников было высажено около сотни. Терновник растет довольно быстро. Уже через год здесь вырастет живая стена. Местным жителям придется ухаживать за новыми растениями. Теперь важно, чтобы каждое деревце прижилось.